Приветствую вас, мои дорогие. Я дед Еремей. Знаете, а ведь до сих пор для многих является откровением, что источником значительной части распространенных крылатых выражений является Библия. Мы можем употреблять их чуть ли не каждый день, даже и не подозревая о их истории. И сегодня я поведаю вам об одном таком крылатом выражении, корни которого уходят в Новый Завет. Иудин поцелуй. Задумали первосвященники погубить Иисуса. И однажды к ним пришел один из апостолов, называемый Иудой Искариотом. И молвил он: «Что вы дадите мне, если я вам его предам?» И они дали ему 30 серебряников. Тогда предатель сказал: «Кого я поцелую, тот и есть Иисус». С того времени предатель стал искать случая явить убийцам Мессию. Так однажды перед Пасхой сидел Спаситель за столом с 12 апостолами. И сказал он: «Один из вас меня предаст». Разломил Иисус хлеб и раздал всем ученикам своим со словами: «Ешьте, это мое тело». А после подал чашу с вином и сказал: «Пейте, ведь это моя кровь». Отведав пищи, отправились они на гору Елеонскую. Придя на место, называемое Гефсиманией, Иисус оставил учеников и отошел помолиться. Пока он молился, апостолы, которые были с ним, уснули. Спаситель разбудил их, сказав: «Вставайте! Близится час, когда Сын Человеческий предан будет в руки грешников». И тут же подошел Иуда, а за ним множество народа с мечами и кольями. Предающий подал знак, а Спаситель сказал: «Как будто на разбойника вышли вы с оружием, да сбудутся писания пророков». И предался в руки убийцам. А апостолы его разбежались. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» И поцеловал его. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 48 и 49. В наше время выражение «Иудин поцелуй» означает коварное предательство близкого человека. Вот такая вот история. А я прощаюсь с вами до новых встреч. Храни вас Бог!